Kadirli vatandoshlar, oka, ukalar, opa, singillar. Mening aziz O'zbekistonlarim. Oxirgi yillari mamlakatdan uzoqda bo'linib, sabab o'zbek tili ancha unutib qo'ynaman. Shuning uchun sizlarda rus tilida murojaat qilishga qaror qildim. Уважаемые земляки, братья и сестры, дорогие мои узбекистанцы. Дело в том, что уже несколько лет я живу вне Узбекистана. А посему мой и без того, мягко говоря, не совсем идеальный узбекский язык несколько трансформировался. Поэтому считаю, лучше будет, если я обращусь к вам на русском языке. Итак, мое имя Евгений Дьяконов. Я политэмигрант в Норвегии, родом из Ташкента, где родился и вырос, и прожил 35 лет. И по-прежнему считаю Узбекистан самым прекрасным местом на Земле, где живут самые прекрасные люди. И там самая вкусная еда и отменный климат. Но случилось так, что однажды, я сам того не понимая, перешел дорогу царевне Гугушке. После чего я оказался в самом ужасном месте на земле, имя которой это ж тюрьма. И если сказать, что я побывал в аду и прошел все круги в преисподней, это ничего не сказать. Обо всех ужасах пребывания в каримовских застенках я написал 4 книги. Но об этом чуть позже. А сейчас, очень скоро, в моем родном Узбекистане пройдет показушный спектакль под названием «Выборы президента Республики Узбекистан». Хотя эти выборы всего лишь декорация, а победитель уже известен, и этот отменный мерзавец, каких еще поискать? Остальные клоуны из политической массовки вообще не достойны внимания и каких-либо комментариев. Мое предложение ко всем вам, дорогие мои узбекистанцы. Просто бойкотировать эти выборы и не участвовать в этой вакханалии. Понятно, что ваш голос украдут. Но если вы проголосуете за другого кандидата, ваш голос тем более украдут. Но если вы отдадите свой голос Шурику, то это будет иметь большие последствия. Но все же, придет такое время, когда вы сможете гордо сказать, что я не участвовал в этой политической оргии. И этого, с позволения сказать, президента я не выбирал. Кстати, о самом, прости господи, президенте. Что можно сказать об исполняющем обязанности президента Республики Узбекистан, если свои первые шаги к этому посту он начал с нарушения Конституции? Тем самым он всем показал, где он нас с вами видел вместе со всеми этими законами. Ведь согласно все той же Конституции, пост временно исполняющего обязанности президента Республики Узбекистан должен был занять другой человек. Странно, что обычно легкие на подъем правозащитные организации, так называемые свободные СМИ, как в рот воды набрали, их не слышно и не видно. Как я сказал, в свое время, в 1997 году, я попал в немилость властей. И меня арестовали по сфабрикованному уголовному делу. После чего я получил приговор с длительным сроком за преступление, которого не совершал. Но благо в Узбекистане покупается и продается все. А в моем случае правду и невиновность было проще купить, чем доказать. Поэтому мои родственники продали все движимое и недвижимое имущество, дали взятки нужным людям, и я вышел на свободу.
Но оказалось, что свобода в арестованной стране понятие достаточно условное. Ведь весь Узбекистан — это одна большая зона. Отсюда и название для моих книг. В зоне УЗ. Потому что вся страна — одна большая тюрьма. Так называемая независимость на самом деле — это лагерь строгого режима. Не зря Узбекистан входит в десятку худших стран для проживания человека. Где нет и никогда не было свободы слова, демократии и политической оппозиции. Зато хватает тюрем, пыток, репрессий, ментовского беспредела. Поэтому, дорогие мои земляки, если вы и дальше не хотите, чтобы наша дорогая страна Узбекистан продолжала быть зоной, просто не ходите на эти выборы. Бойкотируйте выход на избирательные участки. Я понимаю, что в условиях Узбекистана это непросто. Но вы можете уехать за город, уйти к друзьям или просто не открывать двери. Но не участвуйте в этих так называемых выборах. Это будет ваш вклад в демократию, свободу слова. И надеюсь, это поможет. Искренне ваш. Евгений Дьяконов. Тронхейм, Норвегия.